В Люберцах на Смирновской улице с 4 февраля изменится схема движения. Часть улицы будет закрыта на 3 месяца из-за переустройства инженерных коммуникаций в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта. Движение в сторону улицы Кирова будет по одной полосе, но при этом сохранится проезд со стороны Смирновской улицы в сторону станции Люберцы Первые и поворот на Октябрьский проспект как в Москву, так и в сторону области. После реконструкции Октябрьский проспект расширится от 4 до 8 полос. Проложат путепровод над 2 перекрестками на улицах Красной и Смирновской, а также появятся 2 подземных перехода. Это увеличит пропускную способность и на 20-30 минут сократит время проезда.